Всем привет. Сейчас холодно на улице, но мы все-таки собрались. Ну, лично я собрался так сказать ребятам, что вратари тоже умеют бить поворотом. Поэтому с вами Матвей Сафонов. Волк Сергей. Никита Кривцов. И сегодня мы выполним, так сказать, челлендж. Мы будем бить пенальти, штрафные и штрафные через стенку. По очкам мы договорились с ребятами, что с пенальти мы бьем только верхние углы, это 10 очков. А уже из-за штрафной будет считаться нижний угол за 5, верхний за 10. Начинаем? Давай, сейчас говорит. Может, не точно, как не прям нет. С точки. Ну, прям с точки. Прям с точки. Прям с точки. Это как на разминке. Что, он говорит, три удара. Бью в 9, слышу, мяч низом катится. Три удара, да. Три удара. По очереди будем, да. Первый есть. Неприятно. Начало. Неприятное начало. Сюда. Все, я могу сразу, только да? Только аккуратно, Волк сейчас возомнит о себе, будет... Хорошо! 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 Так, я первый выше, а дальше посмотрим. Хорошо, смотри. На грани. Пенальти не моя тема. Было, было, было. Что ты, в другой бей угол, что ты? Да нет. Ты ж техничный. Конечно же! Есть. Конечно же, есть шанс у меня. У меня точно есть шанс. У тебя шанс есть попасть хотя бы. Давай. Ладно, да криво, тебе можно и в нижний будет. Матвей мимо, я выиграл. Давай. Кого выиграл? У меня еще удар. Двадцать! Клевой. Давайте. Хорошо. 20, да? Есть 20, да. Кирилл, ну у тебя больше из-за штрафной идет, правильно? Да, я... Нет, я ты как умеешь? Галик, расслабь, вот, Галик, расслабь. Да. Галик, расслабь. Ноль? Ноль? Я думаю, ну с нуля начнем. Ничья, Матвей, я думаю, ничья. Согласен. Да! Окей, ладно, ладно. Ну, нормально так. Ну, только низом, честно, вот вам стрёмно бить, пацаны. Ладно, я. Нет, тебе вообще не. Я не буду, я не буду низом, честно, не буду. Ну, только если случайно попаду. А у меня может быть. Ну, нет, отсюда неудобно бить. Что, а откуда, пасмурт, подожди, откуда начинаю? Тебе удобно бить, ты мне скажи. Не отсюда. А, ну, все, понял. Я справа играю, так левый надо. Ну, левый я не добью. Давай. Хорошо, ой! Похоже. Да нет, тут надо, не надо точно. Вот просто вот прямо разбежался. И плохерочек. Из подъемчика. Хорошо. Хорошо сетка есть, я так скажу. Так, я не знаю, мне дальний или... Я никогда не бил. Предлагаю переснять. Я никогда не бил, подожди. Не, я не умею уже. А, давай как на, как штрафные бил. Да, как штрафные, ближний. Вот так, на колболом. Хорошо хотел. Вот я так же хотел пассирочку. Но у меня рядом было. Ну да, только прижимай чуть корпусик, завали, как учили в школе. Корпусиком накрыл, и все работает. Там. Похоже. Хорошо. Слушай, походу надо что-то менять мне. Это за 20, да? Да тебе? За тебе? Я 30 сейчас. Не знаю. Хорошо кривое, оно там. Не, я так не умею. Обращайтесь. Подожди, есть как штрафные через стенку? Да, я тебе говорю, ближний бей. Не, не, все. Я поплыл. Если по низу попал. Я поплыл. Я говорю, верхом бил. Давление. Конец. Хорошо. Сюда. Не, ну это я, извините. Может низом хоть, чтобы шансик был? Да не, какой низом? Конечно. На точность. Опять туда же. Подожди, а может я тоже так умею? Давай. Сейчас проверю. Спокойненько, да? Полуподъемчик, да, туда, такой, вкручивая. Да. Как подачу делаешь. Лады, окей. Три было, да? Да, стенка. Что, пока я выигрываю? Сколько у тебя 40 очков? У меня 40, дай да. Посчитаю. Это мне надо 3 из 3 забить, чтобы догнать его. Не, то, что Волк, а то, что Волк ничего не забьет, я уверен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, как раз. Давай. Все, начинаем. Сразу не хорони только. Ну вот, похоже на правду, вот твои удары. Ты куда поставил? Вот этот? Нет, вот этот. Да куда ты, это мой был. Посмотри, откуда мы бьем. Это ты можешь еще дальше отойти. Это нормально, бей отсюда. Вот твой.
Не, ну это что за халява? Какая халява? Туда, один. Не, ну в игре когда такой залетит? Там вратарь уже стоит. Вратарь уже стоит. Нормально, хуже поехал. Вот, все. Погнали. Спасибо. Носилки, доктор. Я как в игре бью, как доктор. В игре. На шатырь надо. А, мне было сейчас 2 из 2 надо забить теперь. Как и мне, брат. Не, я вот эти вот соперки ваши, вот и оно ж не залетит. Ну что вы тренируете-то? А мы не тренируем, там вот она. Вот это похоже. На! Похоже. Ну это гол бы в игре бы был. На, расскажешь. Кому-нибудь другому только расскажешь. Если бы ты стоял, гол бы. А, если бы стенка хоть двигалась немножечко. Да нет! Нет же! Ну если Мотя сейчас не забивает, значит это победа. Значит мой последний будет за 2. Предлагаю еще одну потом какую-нибудь удар, еще 3 удара сделать. Можно перекладину, челлендж. О! Ничего! Подожди, а я говорил, очков? А я говорил. 30 очков? А вы смеялись, носилки, носилки. Вот это удар как в игре, я понимаю. Рабона, если забью за 20, то считаете? Согласен. Давай. Согласен. Через. Подожди, ну только не обкручивай, братишка. Ты обкрутишь так. Вот отсюда хотя бы. Ну, вот. Чтобы через стенку. Давай, Рабоной забьешь через стенку. За 20. За 20. Даже соплю, да. Нет! Даже в нижний не забил их. Не дошел. Давай, Матвей. Да ты не волнуйся. У меня не было шансов. Спокойно, успокойся. Ну отойди, я не вижу ворота. Вратарь, смотри, читает. Отойди еще, я не вижу угол. Все. Так, концентрация. 93-я, да? Подключился. Нет, я знал, перегорел. Погода. Внешне правый, да с победой тебя. О, поздравляю тебя. Признал как бьющего. Не знаю. Только правой. Конечно, толку от этого мало. Как лучшего бьющего, когда нет вратаря. Да. Особенно левой. Но мне прискорбно об этом говорить, но Сергей Волков победил нас. Мне очень стыдно. Да. Ему очень стыдно, мне, в принципе, я доволен своим результатом. Но сегодня так случилось, так совпали звезды, что Сергей Волков победитель. И мы признаем тебя как лучшего бьющего без вратаря. И без левой ноги. Примерно так. Так что на сегодня все. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Увидимся на поле. Хорошо, если тебя выпустят, братишка. Кто играть будет? Пойди, а левая у меня рабочая, а нет?